Всем доброго дня и хорошего настроения. Я сегодня хочу приготовить курицу с картошкой и капустой. Получается очень вкусное, сытное, интересное блюдо. Если вам интересно, как оно готовится, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? Курица, капуста, картофель, бульон, сливки или сметана, паста томатная, соль, перец по вкусу. Все ингредиенты берутся произвольно. Вы можете взять побольше курицы, можете взять побольше капусты, поменьше картошки или наоборот. Ориентируйтесь на свой вкус, на свои предпочтения. А теперь приступаем. В разогретую сковородку наливаем растительное масло и обжариваем курицу. И в этой же сковородке слегка обжариваем капусту. Перекладываем капусту курицы. Вы спросите, зачем ее поджаривать? Капуста меняет вкус. Она становится по-другому вкусная, чем просто ее тушить с курицей. Советую вам попробовать. Заливаем капусту и курицу бульоном, так, чтобы ингредиенты у нас были слегка покрыты. У меня бульон соленый, поэтому я не солю. Если вам необходимо досолить, досолите. Доводим до кипения, убавляем огонь на минимальный, чтобы оно тушилось. Накрываем крышкой и тушим. И тушим практически до готовности капусты. Нам в конце нужно будет еще добавить картофель. Капуста у нас уже практически готова. Добавляем картофель. Режем его на кубики. Добавляем остатки бульона. Если у вас бульон закончился, можно добавить просто воды и слегка подсолить. Опять добавляем так, чтобы картофель был слегка покрыт, чтобы он тушился, а не варился. Накрываем крышкой и доводим практически до готовности. В конце останется нам добавить томатную пасту, сметану и специи. Картошечка уже почти готова. Нам осталось добавить томатную пасту и сметану. Я пасту добавлю сразу в сметану и размешаю. Пробуем на соль, на специи и тушим до готовности картофеля. Мне немножко не хватает соли, я это солю. Накрываю крышкой и тушу до готовности картофеля. Ну что ж, курочка с капустой и картошкой готова. Накладываем и подаем на стол. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится, а я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!